И всем привет, вот мы вернулись в игру. Так. Тут еще есть. Тут посолочек-то не маленький, я тут только маленький кусочек всего лишь. Странный звук. Я смазал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот это он по мне попал, хорошо. Там тут робот, а вон он. Перезарядись, балбес. Ну. Батарейку дали. Мощную. Так, что это? Пистолет М9. Мощность никакая. Не берем. Это себе оставь свой мусор. Так, где дрон еще? А, так он живой, в смысле? Только сталь. Давай, она тоже надо. Я, короче, все дерево потратил. То есть все, что дерево я собирал, теперь у меня опять нет ничего. Мне надо все по-новому собирать, чтобы сделать, чтобы расширить ящик. Классно. Ну, это ладно, это ничего. Ты хоть что-то вес имеет? Нет, а это чуть-чуть имеет тряпки. Маленький, но все равно имеет вес. Тут ничего больше нет, прям совсем. Большое помещение, а в нем ничего нет. Так, теперь я уже облутал. Давай сюда. Никого. Так, это у нас сигнальная шашка. Это оставь. Так, ладно, пускай будет открыто то, что я там делаю. О, ресурс. Дерево. Я всю древесину, всю испоганил. Теперь мне, считай, все по новой надо. Так, и сколько мы получили? Три деревца собрал и... Три деревца и получил. Три древесинки и получил. Один к одному. Есть еще где-нибудь... Хоть еще одна. Что это за халабуда? Древесина есть? Фига, у вас тут нету. В буквальном смысле ничего нет. Так, нету никакого маленького деревца, которое можно было бы ободрать. Как липку. Так, тут я был только что выше. О, машинка. В машинку я, кстати, не заходил. Блин, тут пусто. Туда и заходить нет смысла. Так, ну тогда сарай. Тут в сарае должно быть что-то вкусное. Так, ну аптечку, да. Остальное нет. Так, что это у нас? Ты мне нужна. Отлично, я что-то нашел. 200 опыта, спасибо. Нежданно-негаданно получили немного очков. Так, тут ничего нет, да? Вообще ничего. Пошли туда. Да тут хоть что-нибудь есть? Кроме этой тачки, которая мне мешает ходить.
Ничего нет. Блин, серьезно, это одно письмецо было и все. Ладно, выходим. Вон гаражик еще есть. Лопата стоит. Роботов лопатой бить. Так, кто-то меня видит. Серьезно, тут вообще прям... Лев здесь был. Так, не закрывай двери. Кто меня видит? О, ресурс. Вон, летит дрон. Да переключись ты. Еще один дрон. Где ты, говнюк? Это только сталь дает для дерева. Так, а дед, который вон он, в поле валяется. Так. Это тяжелое, не хочу брать. Так, ну тут мы все нашли, как бы. Но еще не все проверили. Так, здесь я был. Тут нет. Хотя, может, и были. Тут заперто вообще. Ускоритель горения. Ну, бери. Это что у нас? Сигнальная. Макияж ничего не стоит, пускай заберем. Это не буду брать. Этих тряпок уже так целая куча. Вот аптечка, пожалуйста. Ваши ботинки в баню. О, привет. И все? Сигнальная шашка у тебя? Ну, походу, ты не успел никому сигнал подать. Я уже опять бегать не могу. Да что ж такое-то? Блин, здесь можно было зайти. Ну, ладно. Так, во. Ничего не беру. Сейчас буду, наоборот, все выкидывать. Экстренный набор парамедика. 3 килограмма. Можно тебе положить куда-нибудь? Выкинь. Выкинь на пол. Вашего парамедика. Где он там был? Теперь могу бегать? Теперь могу. Так, ну нам вон туда идти надо. Вроде тут все. Не знаю, может где-то что-то там я оставил. Это все фигня. Что там горит? На бинокль у меня вообще не установленный, да, получается? Так, подожди, там очистится ячейку. А, на пятерке у меня почему-то ничего нет. А почему-то там были аптечки, алло. Так, во. Не занимайся фигней. Захочешь полечиться, а там... Ай, нет ничего. Пока выключу свет. Там что-то горит, машина какая-то. Блин, сходим, посмотрим. Любопытство. Просто горит. И в ней ничего нет. А что там не может быть, если уже все сгорело? Что это? Че какая-то машина? Похоже, что я уже здесь побывал. Но это не точно. Вроде все открыто. Да подпрыгнешь ты. Да, там какое-то было оружие, походу, я его забрал. Ну ладно.
Так, опа. Какого качества? Пока непонятно. Патрончики я возьму. О. Так, ну, подбери ее сейчас, да посмотрим, что она. Если же так, это здесь обратно и выкинем качество. Второе. Очень слабое. Капец. УЗИ и то мощнее, чем это будет 7,62 патрона. А, это 5,56. Ну-ка, ну, что там у тебя за оборудование имеется? Я на тебя все повыкидывал, да? А нет. Оптику на нем можно ставить. Ну, такое. О. Ну, блин, я бегать не могу. А не могу. А вот и нет. Не могу. Положи ее здесь где-нибудь. Не знаю, пропадет она или не пропадет, плевать. О, отлетается. Еще птичка. О, солдатик. Снаряд. Рацию брать не будем. Она тяжелая, зараза. Тут еще кто-то отдыхает. А тут, правда, все можно взять. Там что-то было, по-моему, не на сиденье. Нет. А я опять бегать не могу. Да что ж такое? Так, плюс-минус приближаемся туда, куда нам надо. Я там даже еще одно деревце успел собрать, пока шел. Вот он, наверное, там, где огни горят, нам туда и надо, скорее всего. На карту. Ну, по крайней мере, я в том направлении смотрю. Сейчас еще в лесок зайдем, еще древесинки, может, найдем. Это всего только 5 единичек. 5! А мне надо больше, чем 5, намного. Это что, большой робот стоит? У меня бинокль так и не стоит ни на какой кнопке, да? Слушай, так это и есть, по-моему, большие роботы. Ну вот это точно он, да. Да не маш ты, блин, он башкой. Ну, башка здоровая такая. Слушай, он застрял, по-моему. Это мне на руку. Может, мне удастся его так заковырять? Ты промазал, что ли? Не пойму, вода или нет? Мне не долетают. О, попал вроде бы, или рядом пролетело. Куда угодно стреляет, только не туда, куда целишься. Так, а что мне другое еще есть? Ага, дробовик. Винтовка, ну только этим. Вроде попадание есть. Ну только я не замечаю, всегда ли попадаю или нет. Вот, вот здесь за камушком сядем. Есть. По-моему, даже пуля все-таки немного опускается вниз. Чуть-чуть выше надо стрелять башки.
Ну, патроны уходят. Так, это уже хороший знак. То, что из него искорки посыпались. Ты серьезно в камень попал. Вроде попадаю. Вижу там. Так, у меня гранатомет есть. Давай-ка на... О, магнум стрельнуть от него. Ой, а я даже его еле вижу. Сомневаюсь, что пуля туда вообще долетает. Что у меня есть? Гранатомет. На каком гранатомет у меня? А вот он. Жалко, у него наведения нету в системе. Серьезно, даже попал? Вроде попадаю. Только я не знаю, ли в дерево попадаю, или в него. О, вот это было плохо. Хватит. Да блин, живучая скотина, сколько ты можешь уже урона себя впитывать? Он не может подойти ко мне, но я и близко тоже подходить к нему не буду, потому что он меня срежет своими ракетами. Он меня заметил. По-моему, сейчас он по мне начнет фигачить. Да вроде нет. А патроны просто тают. Блин, надо ближе к нему идти. Тут немножко можно в местности где-то... Он начал двигаться? Просто у меня тут патронов куча. Не-не-не, подниматься нельзя. А он меня все равно видит, да? Я такой маленький. Он такой здоровый, высокий. Я никак тут не спрячусь. Он, по-моему, начал двигаться. А что это там горит? Я уже здесь, по-моему, был. А там сарай дальше должна быть. Если ничего не путаю. Это не точно. Да. Он горит уже? Отлично. Я его доковырял. Но тут он не один. Он еще ходит. Он еще ходит, его друзья. Это что, дрон? А там он что? Ой, это еще такая каракатица. Я пока с одной только справился, мне хватит одной. Давай лутанем его. У него что-то должно быть вкусное. Что это? Вольфрам. Еще ракеты. Are you sure you don't mind that we're moving all our junk in here? No, not at all. It's really nice to have other people around. Makes the place feel human. Freddy was always bringing in things to boost morale. We need things like that to remind us life's still worth living. Because otherwise, what the hell are we fighting for? Ну да. Что это у вас тут, гранаты? Дай сюда. Они тяжелые? Конечно, тяжелые.
Ну, я бегать не могу. Хреново. Это что? Приманка для... Ага. Надо ее, кстати, поставить и проверить, как она работает. Ни разу и не пользовался. Что-то здесь... Это куча шметков валяется роботов? Нет, это маленькие роботы валяются. Ах ты, ты вас тут перекрошил. Я тут не я. Я не мог так попадать. Так, я блок не буду брать. Патрон и свинец. Ты хочешь, что ты меня заметил? Блять, я бегать не могу. Так, поставим приманку вот здесь вот. А где она, кстати говоря? Вот она. Так, выбросить, разместить предмет. Где ты ее разместил? А, вот. Твою мать! Ты дурак, что ли? Блядь! Все, придется за пеньком. Еще сзади кто-то есть. Давай, заряжай! Это я влип, очкарик, блин. Давай! Он прям рядом за пеньком. Точнее, я за пеньком. Давай. Пока хватит. Гранатомет бери. Где он? За деревом, что ли, стоит? Блин. Я промахнулся. Не-не-не-не-не. Блять, давай быстрее! Сука! Козёл ушел. Удрал, а не ушел он. Блин, он за деревом спрятался. Вот скотина. Гранатомет. Куда ты... Ну, куда ты пульнул, блин? Ой, теперь еще та скотина ходит. Давай. Быстрее, наводись. Есть контакт. Ну! Как это я промахнулся? Ой-ой-ой-ой-ой. Косой! Ты зарядился там? Нет! Мне до хрена этих ракет надо немножко поюзать их.
Странно, что он меня не видит. У меня какие-то другие боеприпасы. Так, надо переключиться. Сейчас будет выстрелю и переключусь. Может, какие-то получше? Сейчас. Я промазал. Давай в ногу. Ох, нифига она. Вообще даже не падает вниз. Слушай, я опять промазал, то что такое? Что происходит? Переключись-ка лучше на стандартные ракеты, я что-то не пойму, что это за ракеты. И почему я в ней попадаю никуда? Это другое дело. Что-то мне кажется, они нифига не мощные, эти ракеты. Вот сейчас они прям над ним пролетели. Он присел, козел. Он застрял, он не может пройти. Вот что весь прикол. Что, застрял? Тебя подтолкнуть? Сейчас подтолкнем. Да блин, опять над ним пролетело. Теперь он меня заметил. Так, хорош. Возможно, я даже бегать уже могу. Нет, еще опять не могу. Все еще не могу. Значит, там какой-то пистолет мне дали. А потом... О, магнум! Точно, семерку. Вроде мощный довольно-таки. Я вообще уже в наглую вышел, прям полный рост. Расстреляйте патроны, они, блин, никакие. Тем более я им особо не пользуюсь. Все, последние 4 патрона. Переключусь на что-то другое. А другого нет ничего. Фонарик ему потушить этот. Блин, я все еще бегать не могу. Что мне там на птях? Вот же нам какую-то оружку дали. Пестик. Так. Слушай, он чуть-чуть слабее, чем патрон на 9 мм. Они у меня есть хоть или нету? Ну ладно, я, наверное, пока его оставлю. Возьмем УЗИ. Сколько у нас патронов? Мало. Давай. Этот... Бегать вообще не могу, просто. Ты мне дашь что-нибудь сегодня или нет? О. Так, сейчас мы ему по ножкам постреляем.
Так, он там что-то заискрил, по-моему. О, отлично. Все, скоро. Он сдох? Серьезно? Точно? Кто там еще? Не знаю, никого не вижу. Так, ну неплохо тут нашумел. Так, о, у тебя прям набор патронов всяких разных. Как раз я у тебя и не брал. Так, что ты мне подаришь? Пулемет. И очень хорошего качества. Конечно, все. Блин, я спалился. Ай-ай-ай, да я, блядь, бегать не могу. Только ходить. Ай, блядь, как клюша проволока. Где пулемет? Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Можно просто взять его? Давай вот, на магнум. На семерку. Есть у тебя патроны на него? Ой, мать, что это такое? Это он... Я... Ты чё это? Да не ходи по колючей проволоке, идиот. Ну что, робот, ты не охренел за мной ходить? А, это тот, кто придурок с ним сзади толкает его. Сейчас, подожди. Это мелочь какая-то, что ли, там? Это вот я вас пугался. Пуп, он будет заблюдать. Тоже мне, блин. Я думаю, ни хрена эта херня двигается, думаю, ничего не понял. Что там за зверь, блин? Это хрень, а не зверь. Там еще кто-то ходит. Пулемет очень медленно стреляет. Этот. Берем. Что у тебя есть? Магнитофон, спасибо. Так это что? Так, полечиться не забыл? Забыл, конечно. Ой. А что, он горит? А, это он светится так просто. Блин, ну а тут вообще не вариант. Я в ямку. Шутки есть? Да как? Ну да. Очень просто. Сейчас пускай он успокоится немножко. Отлично, он успокоился. Или не совсем. Это мне надо. Так, глушитель. Для штурмовых винтов. Магнум. У меня же такой же самый есть, да? Точно такой же, зелененький. Только этот с компенсатором, этот без компенсатора. Но мощность это, от этого не влияет. Ни на что. Серьезно? Я не заметил, что там было мало патронов. Уходим. Вовремя я ушел.
Меня откинул просто он. Так, да-да-да-да-да, быстрее там. Давай эту аптечку, нормально. Ты гребаная курица. Ёж твою медь. Лечись. Ох, взял. Прямо тютелька в тютельку за камушек. Да. Камушек маловат. Так, у меня последний скорость адреналин, адреналин весь кончится. Но, лечись. Звуковые эффекты просто замечательные. Ох, его подкидывает этот. Так, ну возьми. Здесь много патронов. Конечно, себе сломать, скотина. Колено ему выбить. Отлично. Фух, сколько у меня адреналина осталось, неизвестно. Я их и раньше выкидывал. Я молодец, конечно, еще тот, блин. Еще у тебя там гупает, кто-то заходит. Встань давай уже с... Чего? Это у нас стрелы взрывные, да? Тюбик клея возьми. Это мне не надо. Рация не надо. Пластик возьму, он, по-моему, ничего не весит. Надо будет посмотреть в следующий раз. Так, пластик, ты весишь что-то? Весит, зараза, 50 грамм. 0,050, это немного. Короче, бери все. Оружка у вас есть? Нормальная какая-нибудь. Что это? Ну что, встань ты, блин. А здесь не получается встать. О, адреналин. Доза адреналина, отлично. Еще одно возрождение есть. И какая-то записка. Так, поднятый предмет лов. Потом посмотрим. Рация. Может тебе просто выкинуть? Нет, нельзя. Кто-то где-то еще тут гупает, ходит. Вон оно. Ты там застрял? Он меня не видит. Вот в чем весь прикол. Эта тупая курица меня не видит. Правда, я мажу больше половины патронов, как минимум. Ой, блин. Это ты хорошо стрельнул, выходим. За палатку тряпичную спрячемся. Почему бы и нет? Ой, блин, у меня уже их 7 штук осталось, серьезно. Я не могу там вылезти да пострелять сверху. Могу.
Ты же меня не видишь? Видит. Или не видит? Нет, все-таки видел. Зачем ты дробовик взял, алё? Он там крутил бы. Сейчас мы тебе морду всё разобьём. По-моему, оружие-то сбить его нельзя. Вообще не попадаешь в него. Говоришь, патроны кончились. Да что ж такое-то? Спрячься. Капец, я все патроны расстрелял. 7,62. О, как они медленно летят. Дозвуковые, блин, патроны. Ему вообще хоть что-то делается или нет? Что-то как я вижу, конечно, всплески. А ну давай как бы это гранатометиком я немножко угостим. Вообще морду попадаю ему. Его ж откидывает немножко. Классно сделал, ничего не скажешь. Давай, давай, давай. Блин, сейчас под ноги попал почему-то. Переключись на эти ракеты, я не пойму, что это за ракеты такие. Поскольку я здесь могу нормально сидеть. Так, вот прям на него навожусь и... Что это за фигня, я не понял. Дымовая ракета, а ну. Посмотрим сейчас. Она видно будет, где она упадет. Вон она летит, летит, вижу, 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 вижу. Все еще вижу. Падает. Падает, вон она. Потухла. Разве она не должна упасть назад? Не? Не? А где он делся? А вон он. А у меня же патронов нет, блях. Ну-ка, сейчас. Так и сделал, блин, попал меня все-таки. Блин, здоровье-то здесь не восстанавливается вообще никак. Сама по себе только лечиться надо. Так, я того так и не облутал, да, которого он тут... Да, эффективность стрельбы прям, мягко говоря, не очень, чтобы очень. Он меня, скорее всего, уже не видит. Да, он стреляет в другую сторону вообще.
Отлично, я пока полутаюсь. Ты взял? Нет. А, не взял. Так, дай мне что-нибудь. Ох, ой-ой-ой, сколько это что-то у нас за калибр. Потому что я вообще прям ходить не могу. Совсем. То есть все. Абзац, приехали. Патронов на пулемет нету. Он хорошего качества, жалко выкидывать, конечно, его. Но он, кстати, не очень мощный. Гранатомет, конечно, мощности есть. Блин, я... Пистолет надо выкинуть этот. Выбрось. Магнум жалко. Давай дульный тормоз с него сними. И выбрось. Так, 77 можешь ходить? Ну, хотя бы ходить. Значит, там что-то лежал. Я его не облутал. Он ушел уже, меня вообще не видит, игнорит. Отлично. А, я тебя уже облутывал. Тут просто прятаться негде, вот в чем весь прикол. Я привлек его внимание. Так, здесь же тоже автомат какой-то был, да? Нет, тут глушитель всего лишь хреновый. Где он? А, вон он. Блин, зато их махины не видно ни хрена. Ага. Делаем вид, что уходим туда, на самом деле вылазим где-то здесь. Давай еще раз гранатой ему этой дымовой. Ну хоть делает дым. Вообще да. Вообще делает дым. Блин, меня опять зацепило. Так, все, давай настоящие. Да он, блин, вообще бессмертный, иди твою налево. Сколько я в него уже всадил всего. Ой-ой-ой, не вылазь такой. Отлично, он выстрелил не ракетами. Сколько в УЗИ патронов? Ну это серьезно. Прямо в лицо прилетело. Ой.
Последняя аптечка. Ой, налево, а. Что-то я подизносился прям капитально. Да ладно тебе. Так, я тебя вроде, вас вроде бы облутал. Кто-то меня еще сзади пасет. Собака сутулая. Так, кстати, машина-то взрывается. Не видно ни хрена, куда там эти пули деваются. Походу еще никуда не попал. Аптечку дали мне быстро по одной. Так, мне надо идти в этот вот и там все крафтить. И аптечки крафтить, и все. Потому что у меня уже ни черта нету. О, спасибо за аптечку. Хотя бы одну. Но этих еще 7 есть. Так, тут вроде бы этих всех бегать, само собой, не могу. Надо идти... Это я вроде подлутал. Так, давай мне что-нибудь хорошее. Так, ух ты. Еще пластины, гранаты. Аптечка, сколько? Одна? А побольше не могли? Ну ладно. Спасибо на этом. Пулемет работаем. Патронов нет на него? Ой. Аня, есть. Запчасти посыпались от него. Обалдеть, сколько? Оу. А, это Эми. Сколько она? 200 грамм весит. Да один хрен я нему бегаю уже. Один хрен я уже не бегаю. Так, не, это я брать не буду. Так, аптечка. Патроны. А это не надо. Так, чуть-то. Волкова. У меня как раз, по-моему, он есть тут или нет. Ну, что-то там, сейчас посмотрим. Так, оно. Я скинулся, да, понял. Ну, ладно. Скинул, так скинул. Мне еще туда? Не, я, мне надо где-то возвращаться. Переместиться сейчас мне надо. В это спокойное место. Тихое место. И там там покрафтить. Ну, хрена тут поле было сражение. Вилы. Прибор. Я вот патроны возьму. И вот сталь возьму. А то все себе оставь. Все, я опять. Вы не можете двигаться. А перемещаться я могу? Скорее всего, что нет. Так, где тут, такое место... Где я мог бы что-то покрафтить? Вот оно, да, безопасное укрытие. Почему? Недоступно. Хм, интересно, я разместил полевую рацию, и что это дает мне? Ну, то, что я ходить начал, это уже хорошо. Интересно, и что она? На карте как-то, подожди, отмечается эта метка? Да. Быстро... О, серьезно, можно было быстро перемещаться? Почему недоступно? Потому что я перегруженный. Вот почему. Мою мать. Что у вас хорошего есть? Это патроны тоже весят. А аптечка весит что-то? Тоже что-то весит. Блин, придется туда идти, тратить все, что есть, а потом, не знаю...
потом куда-то пешком пойдем. Сталь тоже весит? Ну, мало, но все равно вес имеет. Уже темнеет, блин. Ой. Просто взять все. Синец для патронов возьму. То мне не надо, спасибо. О, это тут еще колонну целую подбили. Еще роботы валяются. Нам вообще вон туда надо, да? Вообще даже в другую сторону. Ладно, сюда зайдем, посмотрим. Глушитель для штурмовой винтовки. А у меня она есть? По-моему, нету с собой. Дробовик, винтовка есть просто. Штурмовой винтовки. Пулемет это явно не штурмовая винтовка. Не, я не брал автомат. Тебе ничего? Так, ну ракета, это понятно. Каких модулей тебе недоступно, кроме покраски? А у тебя? Нифига. И у тебя тоже ничего нету. Никакого навесного оборудования. Ладно. Опа, большой робот был подбитый. Я скоро перестану ходить опять. Нет, тут уже нам полутать его не дадут. Губу раскатал. Так, ну тут ловить нечего, танк загорел. Может, на превью? Двигать нельзя? Двигать нельзя. Так, тут тоже, я смотрю, окопчики есть. Может, у вас тут есть что-нибудь для меня? Патрончики и пластик. Рацию не берем. Тебя в баню. О! Аптечки. Это что такое? Рация. Магнитофон мне не нужен. Что это? Дробовик. Все, опять. Опять залутался по самой не хочу. Бля, как ты не заметил, что у меня есть уже два гранатомета? Нафига мне этот же... Этот помощнее, по идее. Не намного. Легкость в обращении. Вот это. У него по качеству. Качество лучше. Так, этот викинь. На него ж никаких модификаций нет. Во, этот установи. Где он там был? Вот здесь. Блин, надо покрасить его. Покрасить. Так, ну-ка возьми его в руки. Ну. Внешне он ничем не отличается. Может, ты уберешь его из рук? На всякий случай, а то выстрелишь себе под ноги. И кто-то куда-то улетит. Дымовая граната, граната, патроны. Я сейчас опять не смогу ходить. Пока ходится. О! Вот это тут меня интересует побольше, который... Нам, скорее всего, не дадут его. Нет. Так, база, там 4 оружия, предметы, все, блин. А где это, в смысле? Ну мы чуть-чуть попозже потом туда пойдем. В следующей серии. Тут прям нормально патронами я залутался. А еще надо будет посмотреть, какими патронами я не пользуюсь. И перекрафтить их, разобрать, в смысле, перекрафтить их
Узя. Плохая. Первого уровня. Даже брать не буду. Все, опять. Вот у меня почти 2 килограмма вот этих вот патронов. Надо будет их разобрать, чертовой бабушке. Вот это... Так, вот это 32 АЦП. Они мне не нужны. Но здесь тоже, кстати, не надо было пошастать. Тут я наверняка много чего пропустил еще. Клей возьму. Клей чуть-чуть прям весит. Аккумулятор тяжелый. Тут где-то оружие, по идее, должно быть спрятано. Это мне? Тоже мне? Это тоже снова у меня шашка твоя, мне не нужна. Ямки тут рыли. Что такое? А, на лопату наступил. Так, 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 не мажем. Что это у тебя? Какая-то винтовка. Смотрим. Качество никакое, сразу выбрасывай. Первым делом. А, это нам не надо. Так, и вот здесь был дробовик. Который я так и не взял. Посмотрим, какого качества. Второго. А, у нас дробовик тоже второго. И зачем мне два вторых? Брось его. Где взял? Надеюсь, что эти штуки не пропадают. Так, здесь еще посмотрим. Переступи через палаточку, пожалуйста. Так, ну аптечку, да. Ох, я уже сколько патронов набрал. Здесь именно 9-миллиметровых этих для пистолета-пулемета. Или такой звук, как будто кто-то идет там. Что-то дымится на столбе. Ладно, неважно. Тут только стройматериалы. Та же петрушка. Так, патроны, давай. Да, это какой там кумулятина, давай берем. А как раз то, что надо. Опять. Приехали. Так, все, я выбросил, разгрузился максимально, насколько это возможно. Бегать, само собой, я уже не могу, но нам не так далеко. Ну что ж, вон еще дерево надо собирать. Он дерево, кстати, тоже вес, по-моему, имеет, да? Где оно там? Во. Блин, да, но оно, правда, не очень много весит, но, блин, оно мне надо, чтобы ящик увеличить. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию, так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.